втором этаже Понял. носится. Носится, да? Да. Угу. Нет, лежит, где лестница, аккуратно. Пасет лестницу. Он полудохлый в правой комнате, да. Делает заход на ДП-11. Прошивает, пытается. Хорош. О боже мой, что за... Фит, у меня очень мало хп. А как он спит? Подойди ко мне, подойди ко мне. Не могу, я ползу еле-еле. Ладно, ладно, ладно. Стой, 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 не шевелись. Блять, мне... Меня если потом... что, я зашиваю. Заканчив... О, Ходовкин отключился. А, в смысле? Все, уходим, убили уходим. Одного, еще один был? Да, Робин Лут эту. Капитан Лол еще есть. А еще второй наверху остался, да? Еще так, один я наверху? Подхожу нет, к разрешенной тачке Чьяна. Обрисованная моя. Кап... Какая обрисованная? Подожди, насколько? Какая? Разрисованная такая синяя с красной. Это моя, это моя. Это моя. Окей, лут, я рядом удалите. С ней. Лут в текстуру упал. Уходить надо, слышите? У меня тут два хэтчбэка спортивных стоит. Если хотите, подходите на метку. У меня верт, у меня верт. Ну мне по-любому один верт. Нужен. Да, Джонсон, иди к фишке. Давай сейчас я. Как мы с тобой вовремя заметили его? То, что он упал? А фишка, что у тебя? Нет. Я к тебе иду. Ну, нет, то, что любой, мне не важно, у меня это. Кто сейчас рядом с фишкой миротворца есть? Тихо. Тут пик это квадрик то, что видел. Пауни на нас заходил. А, нет, отходит. Это сейчас. А. Я зашел по Пауни. Окей. Так, это я, слышишь? Вот, кто миротворец, пока сейчас бежит, ляг. Кинос, ты нет. О, ага, все понял. Хомяк. Ты да хомяк был. Я. Ага. Так, окей, ко мне один любой, кто там. Атаман, вон ко мне. Давай. Рассасываемся, давайте. Так, Пауни летит со стороны металлообработки. Дай там он взял, просто вышел. Этот Хазан Доус. Хорош, не агри его. Нужно уйти отсюда живыми. Садись, хэч, поехали. Да, давай. Слушай, я сейчас до своих хэчей доеду, а потом ты в этот дай. А где твои? Да, ну дай водилу, блин, и быстрее будет. Давай. Кто вард вертушку заводит? Свои? Я свои улетаю. Давайте я подожду их здесь. О, Пауни шьет по кому? По мне кажется. Стоп. Что ты по мне стреляешь? Так это Борланд стреляет, блядь. Из города стреляет. Пользователь пришел в твой канал. На балконе стоит. Ну так убивай. Блин, все, он стоит. Высади меня, слышь, фишка. Ну сейчас мы вон там. Короче, ладно, найдешь свою тачку. Конфискуйте его. Ладно. Найдешь потом свою тачку. Джон Сноу, где был Борланд? Ау, уходим все, Джон Сноу. Пинг тухает, о боже. О боже, блядь. И ни метку не кинул, ничего. Все, все уходим, я его снимаю. Так, слышь, мы твои тачки, это колеса и инжин сломаем. Слышь? Нахера. Ну мы закрыть ее не сможем. Если мы уходим, значит все, я. Ну окей, по ключам найди ее. Атаман. Че? В любой из спортивных хачей садись. А вот тут еще один наверху. Это. Кепка бежит какая-то. Уходи, сука, хомяк, блядь. Дай кепку, стрелял? Не... Кто стреляет? Я по кепке стреляю. Зачем? А это люблю. Уже не ВП. Блядь, и Джон Сноу уходит. Он еще ВП. Еще ладно, ВП. Ладно, пускай. Джон Сноу, беги на эту перебивку туда. Хомяк, вот, сам уходим. Уйдешь. Где тачка моя? Да, я уйду на кепку добить. Пользователь ушел из канала. Да, там нету уже текстуру попал. Там есть лут, я вижу его даже. Да он в текстуру. Ну, блядь, хуй его. То, что ты там видишь, это, скорее всего, мой лут. Я оттуда, кроме рюкзака и этого, и глушака, ничего не... Точнее, залутал все. Дайте мне фразу сделать. Атаман, будет самое главное, доехать до Атиры. Зачем? Поставить мой хэтчбэк в гараж. Тоже он не спрятали бы. Ну, спрятали бы и все. Вон, ой, по нам, что ли? Да, вертушка рядом. Джонни, беги, Джонни. Блин, сейчас отлагает. Что-то вроде по нам, но нихуя не попадает. Да блин, ну что ты хочешь? Я лично 240 еду. Я 270. Ну где-то рядом шьет, слушай. Да. Ладно, чуть-чуть ускоримся. В
Джон Сноу, я жду тебя возле верта. Все, выбегаю, так. Так, поехали ты через ювелира тогда. Потому что там мы не впишемся. Чит, прикрой тут где-то, блин, да, по мне стреляют. Оба! Меня выбили. Че, выбил? Бля, ты добил, как он так, сука? Какой-то убийца лекторов, короче, напал мне, да? Ага. Блин, брат. Там тебя у меня будут, прям у меня. Фишка, может это, теперь ты да, рядом. Там блин, летит, что нужно, чтобы выше собирать. Фи. Или чего? Да я смотрю, смотрю. Так голыми руками что они не собирают. Я вот прямо его себя слышал. Ну то он прям подумал. А где? А, я понял. На квад. Тот подъехал, ты? Я давлю по нему. Ты видишь его? Он на горе. Не знаю, что вообще не собирает, откуда тут дело, нахрена. Вот все уходит. Вот он между нами, слышишь? Кто нужна там плохо кушать? Да. Попуск одежда будет как говно. Так, на пауне ни рояль, ни саган. Они в CSGO играют. Значит, что так, нас можешь направить? А она на рынке есть? А вот на меня прям бежит. Бежит. Какое-то тело с оружием. Ну-ка, ща попробую. Я потрогал не так много, чтобы зашивать. Не разговаривай. Вот, видишь? Сейчас. Нет. Я подбегаю. Беги на меня. Он вот к перебивке бежит. Это я бегу, перебивка. А, ты бежишь? Да, он сзади меня ебашит. Так это я по тебе стрелял, блядь. Борман по мне стрелял до этого. На горе. Блин, значит сейчас. Все, беги, Джон Сноу, просто беги. Так, сатана, сори, вот а, он там, что ли? Не буду там ничего делать с ним, потому что тут пау не летает все-таки. Я тачку закрыл только. О господи, сейчас мне в спину пуля прилетит. Камель, беги на перебивку. И обходи ее, гору эту там. А кто бежит с оружием сейчас в руках? Это может быть я. Оттуда, с горы, из города, свой Джон Сноу бежит. Туда, в сторону перебивки бежит. Понял. Это вы, значит, по мне еще зашивали, да? Я даже стрелял по тебе. Так вы же говорили, что вы ушли. Пауни на мне. Его же выкинул. Ну Борман по мне зашел с горы. Вот прям у меня он был. Я сейчас что, поставлю. Нормально? Да нифига, он мой хэтчбэк второй убил. Ты живой? Прям к тебе подниматься. Ну там верт за мной. Ну поднимайся, чтобы за мной тебя видел. Не знаю, что. Привет, нет. Чтобы тебя он вызвал, чтоб со мной... Нам надо уйти сначала всем оттуда, потом я уберу его. Хомяк, ты где, кстати? Я уехал в сторону Тима. Да. Так, я на всякий случай поставил метку на себя. Вон, окей, я лаги, понял. Лутал, ты мой лут не удалял сейчас? Нет, я к твоему... Ты видишь его? Приблизиться. Но я вижу кепу, которая залутала зафир на горе. Где? Скажи. Тихо. Да по мне шьёт гнида. Ладно. Джон Сноу. Да, подхожу. Ты сказал, Фишер, кепка на Фишер, горе. Идёшь с нами? Ну, блядь, она на противоположной горе далеко. Я тебе сказал, иди ко мне. Это где вот этот вот был Хадукин неубиваемый? Да. Я думал, кепка у нас на горе. Я сейчас его искать пойду там. Не, мы тоже искать. Мы сейчас искать будем. Вы искать будете? Да. Я просто ухожу, я всё снимаю выбор. Мне просто стрелять тупо не. Фи, тут кепка какая-то. Да. Убивай. Что это, мать его, было? В смысле? Он на моих глазах исчез. Борги? Он... Нет? Да, зверь он мог стоял... быть. Он тут бегал? Я сказал... Это не зверь, только... точно. Это борги. Тихо. А где именно на этой горе был? Можешь сказать? Ой, блядь! Он возле меня! Сейчас метку кину. Я вижу тебя. Кинул метку. Ты это снял? Прям перед тобой. Да, прям передо мной. Бегу. Бежит на меня. Метров. Нет. Это типа телепорт-то был. Просто он передо мной снял и резко исчез. Не снял? То есть. Нет, он не выходил, он даже эскейп не нашел. А вон наверху вижу чувак. Да. Обстреливаю его. Он наверху или снизу? Да, на камне, он выше меня. Блять, на 700 метров скоти бы такой. Да похуй, ебаш. Тихо, не надо, я 300 метров. А, ебись, блядь. Заебись, он отключился, я опять потом зашел. Блять, выкидываете это. Жалко, ял, блядь. Фин, где он? Ты видишь его еще? Да там Джон, ну он ушел, все. Все, Джон, куда ушел? В какую сторону? Все, погнали, погнали.
На восток ушел, блядь.